Вновь целая кладовая полезных элементов доставлена в наш город компанией «Рыбак Камчатки». Среди деликатесов – белорыбица, кижуч, палтус, нерка, знаменитая дальневосточная корюшка, а также совершенно эксклюзивный продукт – царица лососевых, редкая деликатесная чавыча. Селедка селедки рознь получилась, что она такая крупная, жирная, вкусная, как в детстве. Вкус детства. Я люблю кижуч копченый, ну и малосоленый тоже. А папа просил корюшку. Сочинцам давно полюбились дальневосточные деликатесы. Свежие, вкусные, полезные. Впечатляет разнообразие. Качество достигается благодаря особой технологии приготовления. Коптят дальневосточные мастера на натуральных ольховых, вишневых и яблоневых опилках. Доставляют деликатесы в Сочи без использования заморозки. Это позволяет удержать полезные кислоты омега-3, витамины Е, Д, А. Купить деликатесы можно в павильоне «Рыбак Камчатки» на выставке ярмарки «Православие и мир» до 7 сентября в выставочном центре на Несебрской 1Б.